24-я гимназия отметила свой юбилей 40 лет. В актовом зале учреждения с соблюдением всех санитарных норм собрались учителя, чтобы принять поздравления. С приветственной речью выступили городские и областные депутаты, а также руководитель департамента образования столицы Колымы. Они поблагодарили сотрудников школы за труд и поздравили с юбилеем. Уважаемые коллеги, вас с юбилеем. Здоровья вам в эти предновогодние праздники, счастья вам и вашим семьям. В гимназии развиваться, набирать новые обороты. В школе для ее учеников постоянно проводят олимпиады, экскурсии. Ребята участвуют в научных проектах. Также для школьников ведут курс «Основы православной культуры». По словам специалистов, благодаря таким урокам ученики ориентируются на доброту, искренность и сопереживание. Как рассказывают учителя гимназии, работать в этой профессии непросто. Однако это действительно нужный и важный труд. За все годы работы 24-я гимназия выпустила 216 медалистов, 127 золотых и 89 серебряных, что является результатом высокого качества образования. В подтверждение этому, по результатам исследования рейтингового агентства «Аналитика», гимназия вошла в перечень лучших школ Российской Федерации по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Учителям гимназии номер 24 вручили цветы, грамоты и ценные подарки. Также для зрителей с музыкальными номерами выступили ученики школы и ее педагоги. Собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук, днем рождения.